Итак, хатха-йога. Высший уровень. На нем максимальная сосредоточенность. Тянем руки, плечи. Наклоняемся. Покачиваниями растягиваем руки, поднимаем вверх. Вытягиваем шею. Утягиваем левой рукой правую. Смотрим в бокс. Правую в левую. Левую вытягиваем. Да. И как бы крутим руками. Разминаю позвоночник и в обратную сторону. Задерживаемся в движении в одном. Дальше резко скрепляем руки со спиной. Покачиваемся, встаем. Наклоняемся. Вытягиваем руками позвоночник. И дальше садимся. Ногами, ноги раздвигаем и тянемся вперед. И тянемся, тянемся, растягиваем. Грудной, грудной отдел. Растягиваем тазобедренные. Вытягиваем плечи, шею. Тазобедренные продолжаем растягивать, увеличивая расстояние между ногами. И продолжаем вытягиваться вперед. Да, можно приподняться, чуть вытянуть вверх спину, растянуть мышцы, фасцию. Подольше потянитесь.
прочувствуйте тело, каждую его клетку. Вытяните каждую клетку. Здесь можно голову поднимать вверх, вытягиваясь. Продолжаем тазобедренные растягивать. Подольше порастягивайтесь, так чтобы размять позвоночник, все его отделы, да, затем скручиваемся. Снова прогибаемся. Это высший уровень, поэтому все нужно делать долго, не торопиться. Здесь, да, здесь нужно локтями упереться и вытягиваться вниз, наклоняясь, чтобы вытянуть. Мышцы рук, плечи.
потянуться вправо-влево. Тоже порастягивать те же плечи самые. Лучше заниматься под такую приятную музыку. Она будет вас успокаивать, мотивировать. Будет делать вас счастливее. Вообще музыка это прекрасно. Да, затем поднимаемся. Дышим. Дышим, разводим плечи, питаем. Делаем легкие движения шеи. Расширяемся. Повращаем шею немножко. Подвигайтесь, да, можно опуститься, снова расшириться. Расширяйтесь. На вдохе, на выдохе. Опаньки. Продолжайте двигаться. Вперед. Да, повращайте шеи. Обязательно занимайтесь под музыку. Наклоните голову вправо, влево. Снова. Повытягивайтесь вперед. Да, повытягивайтесь. Угу. Да, угу. Вперед еще сильнее, назад. Так, теперь встаем на колени. И опускаемся вперед, вниз, вверх. Вниз, вверх. Повытягивайтесь вверх на вдохе, на выдохе. Вытягивайте голову, повращайте. Можно заниматься в ритузах, можно в гольфах, можно голеньким, голенькой. Да, повращайте головой. Влево, вправо. Вытягиваете голову вперед, этот влево, вправо. Можно, да, повращать плечами, понаклоняться влево, снова вправо. Вытягивать правый бок, левый. Здесь важно просто вытягиваться.
Да, снова вверх вытягивайтесь, можно встать. Наконец-то. Снова поворачивайте шеи. Животом что-нибудь поделайте. Потрясите руками под музыку. Нужно активнее потрясти, чтобы все распряглось, мышцы, руки. Но можно сесть, раздвинуть ноги в коленях и вытягиваться пяточками, залкаясь руками в пятки. Вытягивать таз, мышцы рядом с копчиком, топ. Вот, вытягивайтесь, дышите, давайте, снова вытягивайтесь, подвигайтесь. Вытягивайте правую сторону, левую. Дышите комфортно, можете голову выкинуть назад. Вперед, нагнуться, подвигать ноги. Еще вытянуться. Да, теперь вращаемся. Вперед, наклонитесь вправо. Обе стороны потяните равномерным. Да, подняться, снова потянуться. Потом вперед перевестись в положение. Влево. Главное под музыку делать. Не важно, насколько вы тянетесь хорошо. Музыка вас будет успокаивать, направлять. Да. Дальше встаньте, поворачивайте головой. Шею в разные стороны. Можете покрутиться. Можно спать, пока делаешь упражнения. Никто не запрещает этого. Потому что, я напомню, это высший уровень хатха-йога. Выше только звезды. Можно заниматься без музыки. В тишине. Выгибаем назад спину, шею. Осторожно все делаем. Внимательно. Да, прогибаемся. Можно руки оторвать чуть-чуть. И обратно. Выгнулись. И обратно голову наклонили. Вытянулись и обратно.
Продолжаем выполнять упражнения. Из хатха-йоги. Здесь работаем с позвоночником, с шеей, с плечами, с руками, с грудной клеткой, вытягиваемся. Обратно разомнитесь, потяните шею, руки ставим по бокам и как бы натягивая опускаемся. Снова вытянулись, ноги перед собой, ногами подвигали, перед собой расширили их, здесь подвигали тазом в разные стороны, потянулись, повращали тазом. Вытянули ноги, разгибали ногу в одну, левую. Можно головой подвигать в разные стороны. Если музыка хорошая, то можно делать это вместе с движением ноги и руки одновременно. Сами выбираете, в какую сторону вращать. А можно правой ногой тоже сделать самое. А можно свести колени вместе и понажимать ногами, посводить и поразводить, и снова посводить. Разводить. Вот, правую ногу можно тоже закинуть на левую. Теперь да, ее закидываем на левую поглубже. И легкими пружинками можно почесаться, да, вот. Продолжаем вращать головой. Руки сзади у нас находятся. Вот. И ногой в такт музыки. Можно в такт музыки, можно без. Не отвлекаемся, стараемся не отвлекаться. Вот, все внимание на ноге. Можно ее поглубже положить. Размять ногу. Размять. Повращать плечами. Головой подышать, повытягиваться, чесать ногу можно, можно поразминать ногу, поглубже ее положить, да. Вытягивать ногу. Можно через пружинку. Peace.
Да, можно здесь потянуть ее. То есть нажимать и тянуть медленно-медленно. Вот дальше снова можно вернуться. Пружинкам, легкой динамики. Можно другой рукой также понажимать. Смотрите, как вам удобнее. Снова руки поменять. Если одна рука устала, то можно другой. Тренируйте растяжки. Продолжайте, да, тянуть ногу, трясти, пружинить ее. Смотрите на ногу, на изменения, которые с ногой происходят. Можете как бы взглядом вдавливать ногу сильнее. Уговаривать ногу, чтобы она лучше растянулась. Коленку. Можно параллельно вытягивать тазовую часть. Все, разгибаем ногу. Разгибаем ногу. Вытягиваем. Разминаем ее. Здесь работаем с тазом. Здесь вытягиваем таз. Снова руки ставим назад, стоим на ногах и вытягиваемся, как бы тянемся вперед, назад, тазом вперед,
назад. Все внимание на таз. Вытягиваем всякие повздошные. Вытягиваем, да, в бок поворачиваемся. Мышцы вокруг крестца. Ноги вытягиваем то право, то лево вперед. Двигаемся телом, крутимся. Продолжаем крутиться. Шеи двигаем тоже. Правую ногу вперед, вправо, левую, потом левую, влево. Сводим ноги вдвоем. Вместе. Все время двигаем шею, разминаем, вытягиваем шею. Это хатха-йога, высший уровень. Запрокидываем шею назад, вытягиваемся. На вдохе, на выдохе. Mon cœur battait, battait, palpitait. Вообще эти упражнения очень хороши для позвоночника. Для восстановления функциональности позвоночника, да, можно в разные стороны повращаться. Ложимся на живот. Вытягиваемся вперед руками. Вытягиваемся вперед и ставим руки, ладошки на... Здесь не видно, но я знаю. Упираемся подбородком в ладошки и вытягиваем позвоночник. И лежим, отдыхаем. Down.
Затем вот здесь не видно. Две руки убираем обратно и локти ставим перекрещенные перед собой и тянемся сначала вправо. Если правая рука впереди, влево. Если левая рука впереди, то вправо тягиваем шею. С вами Джозеф Мон, и это хатха-йога, высший уровень. Я Абсолют, ситха-йог. Можете мне писать в личку. Я обладаю всеми ситхами. Умею летать. Вот, если кому-то нужно, обращайтесь, я научу. Это очень просто. Красивые женщины, успешные, пишите. Богатые, красивые, знаменитые. Восстановлю симметрию. Ко мне приходила однажды одна красивая девушка. Вот, и на пилатес. И она сильно кинулась. Вот, я сказал, что надо не сильно тянуться. Поспокойнее. Вот, и руки тоже на упражнение. Я его придумал. Вращение руками тоже для позвоночника очень клевое. I'm on that Allen Viva Clico Money Palin. Viva Clico Money Palin. This OG Kush, what I'm smoking, nigga. Smoking, put the fire to a hater and smoke a nigga. I pull on whips out and I'm smoking, nigga. I'm smoking, think you hot as me. Hold on, you must be smoking, nigga. You smoking, nigga. This OG Kush, what I'm smoking, nigga. I'm smoking, put the fire to a hater and smoke a nigga. Smoke, I pull on whips out. And I'm smoking, nigga. I'm smoking. You think you hot as me? Hold on, you must be smoking. I got a bad bitch on a hash pipe, and that ass right. I don't know lil' shawty name. I just call her last night. Ballin' hard, coppin' foreign cars like they half price. Blowin' loud, juicy JB higher than the gas price. Mary Jane, bitch, I get so high. Call me Eddie Kane. Freaky bitch, and she drippin' wet. It's a hurricane. Dope boy, got it on my own. I come from selling stones. Old school, nigga, get neck like a hairy bone. Codeine all in my cup, I got your queen all on my nuts. I spread, she drink it up. That's right, she freaky as fuck. Trippy nigga, fresh to death, like the afterlife. Juicy J, I feel out of space. Got some getting higher than a satellite. А вот здесь вот как раз поворот в бок идет. Левая сторона. Затем будет справа. Oh, yeah.
Смотрите мои видео. На них все что нужно человеку. Здесь на всех упражнениях, на проработку всех мышц, каждое упражнение. На шею, на спину, на таз. Если вы думаете, что вы занимаетесь йогой, то вот мои упражнения, высший уровень, они вам показывают, что йогой вы не занимаетесь. Ваш уровень, он очень низкий. И ваши учителя, они вас ничему не научили. Дальше можно лечь в наупасану в конце. И самая простая лежачая асана на утяжение позвоночника. Руки перед собой и подбородок лежит на ладонями в пол. Занимайтесь своим здоровьем в моем видео. Это высший уровень хатха-йоги. Это занятие не для начинающих, напомню. Те, кто уже все попробовал или достиг серьезных результатов йоги, может переходить на мои видео на лучший уровень.
Да, вот здесь вот немножко не видно. Здесь локти, руки ставим перед собой и локти поднимаем вверх и упираемся, как бы толкаемся ладонями. Здесь вытягиваются плечи. Это секретное упражнение. Оно стоит миллиард долларов. Здесь его специально не видно. Я сознательно его скрыл. Это упражнение на при травмах плечей, лопаток. У меня был вывих левого плеча. Вот упражнение я придумал. Оно стоит миллиард долларов. Вот. Можете переводить миллиард долларов мне на счет. Я вам покажу это упражнение. Хотя, в принципе, достаточно и того высшего уровня хатха-йоги, который вы наблюдали в течение этого видео до настоящего момента. Здесь тоже происходит одно упражнение. Продолжение предыдущего тоже на плечи, на мышцы шеи. В принципе, это упражнение можно включить в предыдущие, и по цене они вместе будут стоить миллиард долларов. Заходите на мой сайт. Он указан в YouTube. Мой сайт josephmon007.vipsite.com/dasamula. Заходите, читайте, смотрите. Здесь происходит упражнение из пилатеса. Ложимся на левый бок. Сначала движение руками. Это упражнение существует в свободном доступе, его можно найти в интернете.
И потом на левом боку то же самое. Ноги под углом 90 градусов, ну если положились немножко неровно, ничего такого страшного, ничего страшного. Закончили упражнение, отдыхаем, восстанавливаем силы. Поднимаемся, делаем легкие вытяжения. Это упражнение тоже существует в свободном доступе. И просто посмотрим направо, налево, направо, налево, и еще несколько раз направо, налево. Главное все делать под музыку, но можно без нее. Упражнения, ну, размялись, можно проснуться, почесаться. Посмотреть на себя в зеркало любимого. Поставить другой трек. Вот, теперь садимся в Гамакхасану. Ну вот это не из высшего уровня хатха-йоги, то есть это вот такой обычный уровень. Ничего необычного здесь нет, просто растягиваем тазобедренные, плечи. Крепляем руки сзади. Это обычное упражнение, его все делают. Можно начинающим тоже делать его. Спокойно, спокойно, спокойно дышим. Меняем руки. Потянулись, поменяли ноги, левую, правую закидываем. Закрепляем руки снова. Наклониться вперед, если желание есть. Меняли руки.
never started long ago. Everybody's got the fever. It's all something you all know. Everybody's got the fever. Fever started long ago. You give me полумостик. Это обычное упражнение. На поясницу, на руки, вращать можно головой. Опуститься и снова подняться. Расширить глубоко глаза широко и заканчиваем упражнение.